Всем привет! Мы находимся в Борисовке. Приехали к друзьям. В Борисовке в основном дома сейчас продаются вверх по Агатовой, на вершине горы. Плюс большой в том, что далеко находится Борисовка от цементных заводов. То, что нету трассы рядом, нету загазованности, свежий воздух и прекрасные виды на город, особенно на ночной город. Друзья купили участок 8 соток 2 года назад. В то время цена была за участок 2000 долларов. 2 миллиона рублей. И помаленьку завозят землю. Построили дом. Стоимость дома я даже не спрашивала. Но помаленьку уже обживаются. Здесь в основном новый район. В чем прелесть нового района? То, что все приезжие, все стараются жить дружно, находить друзей среди соседей. Это большой плюс. Смотреть на огонь — это всегда большое удовольствие. Сегодня мы решили пожарить шашлык просто так, без повода, просто встреча с друзьями. Вот такой у нас столик здесь. Сейчас мы будем делать шашлык. Видите, маленькие деревья, которые посадили только этой весной. Конечно же, этот сад через 2-3 года будет выглядеть по-другому. Но мы на юге. И мечта наша, и мечта наших друзей сбывается. Среди травы, наверное, мало. Понятно, но вот так растет на Кубани гранат. Гранат растет не в виде дерева, а в виде куста. Потом очень много будет граната. Конечно, когда строишь дом, земли практически нету. То есть сплошной камень. Земли надо завозить очень-очень много. Получается, вот здесь еще забор не сделан. Представляете, разница какая. То есть земли было одинаково, что на том участке, что на этом. И на этот участок завезли землю и участок подняли. То есть это сколько надо КАМАЗов земли завести, чтобы здесь хорошо росли деревья. Но через несколько лет будет виден результат. Все хорошо проживается. Молодой инжир. Сейчас пока он растет в виде деревца. И через несколько лет он займет территорию диаметром примерно 4 метра. Инжир очень хорошо здесь растет. Дает 3 урожая. И вы будете собирать инжир в июне, в июле и в августе. Все дома новые, все дома красивые. Многие строили дома самостоятельно. Много домов от застройщика. Но здесь очень красивые виды. Поэтому на Борисовку при поиске дома обращайте внимание. Наши друзья купили дом в Борисовке, и это первое их лето. Они практически сейчас изучают, насколько хватит земли, насколько хватит им возможности посадить все деревья. Но я думаю, что хватит, да. У них достаточно большой участок. Воды пока хватает, потому что, хотя скважина идет 120 метров, но сейчас вода не так сильно используется, потому что мало территорий занято под огород. Посмотрим, что будет дальше. Какие же минусы Борисовки? Минус — это то, что Борисовка находится
на вершине горы основные дома, которые продаются. Скважины 120-150 метров. И вот дороги. Неизвестно, когда эти дороги будут асфальтироваться. То есть в основном насыпана щебенка. Строятся новые дома. Все дома новые, красивые. Соседи все, это в основном люди, которые приехали откуда-то. Поэтому стараются жить дружно. Стараются друг другу помогать в каких-то вопросах. Но дороги – это что-то. И когда этот вопрос будет решаться, неизвестно. Ну и, конечно же, когда будет газификация. То есть все эти дома находятся под электрическим отоплением. И в месяц вы будете платить 10-12 тысяч рублей. Кстати, друзья, у нас тоже из Казахстана. Получается, одна семья из Астаны, а другая семья из Павлодара. Есть группа казахстанцев новороссийские, и я захотела организовать встречу. Мы встретились на берегу Черного моря, пообщались и стали потом приезжать друг к другу в гости. И вот уже в течение 2 лет мы дружим. Так что получается, что казахстанцы все равно встречаются с казахстанцами. Хотя есть и много знакомых россиян. Ну вот именно близкая дружба именно идет с казахстанцами. Люди обживаются. Конечно же, я не буду показывать внутри дома. Каждый делает ремонт по своему усмотрению. А вот именно сад и как люди благородили свой двор, я хочу заснять. То есть вокруг дома идет брусчатка. Дом сделан декоративная штукатурка. И все это сделано в течение года. Они молодцы. Они очень много сделали. Большой труд проведен. Ну а мы будем отдыхать сейчас и жарить шашлык. Он уже эти крылья уже вон жарятся. А, крылья уже жарятся. Хорошо. Вот такие внешние крылья, ноги. Красивые виды. Их меня с ними красивого холостого. Хозяин дома. Девчонки. Да, девчонки твои как увидят. Ну я к своим девчонкам-то и говорю. Да. Небольшой огород. То ли еще будет через несколько лет. Вы не узнаете этот дом. Всем спасибо за то, что вы смотрите меня. Спасибо за то, что подписываетесь. Мы будем жарить шашлык, общаться с друзьями. До встречи на канале. Всем пока!